Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм», том 19, вопрос 3345. Безбожники и все коммунисты любили ссылаться на 13 главу послания апостола Павла к римлянам, что всякая власть от Бога и надобно ее слушаться. Когда пришли большевики к власти и устроили разгром церкви, то были ли среди ее служителей, кто разъяснил бы, что советская власть не совсем обычная власть, а антивласть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сохранились их рассуждения на эту тему, но они почти никому не известны. Мужественные люди были. Цитата. Это вынуждает нас здесь дать краткие замечания и анализ содержания священного текста в пределах первых 7 стихов 13 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В данном деле нам придется идти почти непроторенной дорогой, так как проблема отношений церкви и боговраждебной государственности в эпоху апостасии при истолковании 13 главы послания к римлянам не предносилось сознанию древних экзегетов, или, вернее сказать, святым отцам, и в голову не приходило, что в недрах Церкви Христовой найдутся такие мудрецы, которые во времена апокалипсические, когда придется руководствоваться завещанием апостола тайнозрителя Иоанна, станут руководствоваться наставлениями апостола Павла, Римлянам 13 глава, сказанными в отношении к временам нормальным. В 13 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о необходимости не только из-за страха, но и по совести повиноваться существующим властям. Первая Петра 2.13, ссылка. В гражданском и политическом смысле 6.7 и о подати и должном уважении 1 Петра 2.17 как богоучрежденному институту. СТ2. Из какой исторической обстановки исходил святой апостол Павел и какую власть он имел в виду при написании своего послания к римлянам? Согласно мнению древних исследователей, послание к римлянам написано в 58 году по Рождеству Христову. Первые спокойные и благоприятные годы царствования Нерона. Апостол Павел по наследству имел почетное звание гражданина могущественной Римской империи. Деяния 22:25-29. Как ученый-фарисей в прошлом, Филиппийцам 3:5, апостол Павел был отлично знаком с иудейской эсхатологией. 2 Фессалоникийцам 2:3-4. Даниила, пророка, книга 11:28-31, 36-39 и 8 глава с 9 по 12 стихи. И потому, конечно, знал, что Римское царство последнее перед пришествием Мессии, Даниила 2:44, которого трепетно ждали. Но впоследствии, будучи просвещен свыше на пути в Дамаск, Деяния глава 9, он познал истинного Мессию Господа Иисуса Христа и, водимый Духом Святым, в совершенстве постиг тайну благочестия, 1 Тимофея 3:16, и тайну беззакония, 2 Фессалоникийцам 2:7. Теперь уже апостол всюду в своих посланиях часто говорит о дне Господнем, то есть втором пришествии Господа. 1 Фессалоникийцам 1:10, 4 глава 16, стих 5-2. И в других посланиях, которому предшествует явление лжемессии человека Бога.
2 фессалоникийцам, 2:4. В свою очередь, предваряемая апостасией, отступлением как политическим, 2 фессалоникийцам, 2:3, так и религиозно-нравственным, 1 Тимофею 4:1-2 и 2 Тимофею 3:1-5. Вот историческая обстановка и исходные пункты учения апостола Павла о власти придержащей. До очевидности ясно, что апостол Павел, устанавливая отношение церкви к государству, имел в виду при написании своего послания к римлянам тогдашнюю всемирную римскую власть и римскую государственность, либо иную по типу ее. По мысли апостола Павла, власть, придержащая путем закона и при содействии меча, отмщает и наказывает делающего злое. Страхом закона и наказания устрашает злых людей и таким образом удерживает развитие и умножение зла в человеческом обществе. Римлянам 13:4. В конечном же результате власть придержащая удерживает или задерживает явление человека греха. 2 Фессалоникийцам 2:3. Для добрых же людей и дел власть придержащая не страшна, потому что придержащая власть содействует раскрыто добра, покровительствует добру и хвалит его. Стих 3. Поэтому апостол Павел говорит о власти придержащей, что она, цитата, «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Стих 4. Тождественную мысль проводит в своем послании и святой апостол Петр, говоря, что власть существует для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Первое послание Петра 2:13-14. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти. Так как последней целью повиновения земной власти является богоугождение Господа ради, то очевидно и требования властей и их законов не должны противоречить христианской вере и нравственности. Отсюда, следовательно, и повиноваться власти должно в том, что по мысли святого Иоанна Златоуста немало не вредит благочестию. Не есть уже дань кесарю, но и дань и оброк дьяволу. Теперь исследуем, относится ли это завещание апостола к существующей на пространстве 1/6 вселенной диктатуре пролетариата и можно ли, как делает это митрополит Сергий со своим синодом на основании 13 главы послания к римлянам, установить правильное взаимоотношение церкви и боговраждебного беззаконного государства, строящего социалистическое общество при содействии диктатуры класса. Государство диктатуры пролетариата с христианской точки зрения чистейшая апостасия во всех областях материальной и духовной жизни. Безбожие при апостасии является основным принципом, и всякую религию, не исключая христианской, считает вредным дурманом, подлежащим безоговорочному истреблению и выкорчевыванию с таким расчетом, чтобы уничтожить в психике человеческой даже самый инстинкт религиозности, если сверхчаяние он там окажется. На историческую сцену выступила религия человека Божия, развитие которой неизбежно приведет к мысли апостола Павла к ужасающим перспективам международной жизни. 1 Тимофею 4:1-2, 2 Тимофею 3:1-5. И появлению лжемессии человека Бога зверя. 2 Фессалоникийцам 2:4 и книга Откровения 13 глава. До очевидности ясно,
ясно, что сказать о советской власти, что она Божий слуга, есть тебе во благое, ни в коем случае нельзя, так как христианство и ленинский марксизм не сходятся в определении добра и зла. Новое, необычайное и беспримерное в истории человечества государство диктатуры пролетариата создало во всех областях государственной, экономической и социальной жизни также и беспримерное право. Пролетарское государство вконец разрушило вековечные устои и нормы человеческого общежития и объявило всему миру, что оно хочет пересоздать человечество и создать какого-то нового социалистического человека. Но особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что новое государство создало и новую классовую мораль, провозгласило новую марксистскую совесть и необычайное на основах ленинского марксизма учение о нравственности, не укладывающиеся не только в рамки христианской нравственности, но и в рамки общечеловеческой морали. То, что с христианской точки зрения или общечеловеческой считается добром, с точки зрения классовой морали ленинизма квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Примеры тому на каждом шагу жизни. Разве можно о современной советской власти сказать так, как говорит апостол Павел о властях современных ему? Хочешь ли не бояться власти, делай добро и будешь иметь похвалу от нее? Или разве можно применить к пролетарской диктатуре слова апостола Петра? 2 глава, 19 стих, 1 его послания. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Конечно, теперь это неприемлемо. Наоборот, теперь можешь сделать добро с христианской точки зрения и попасть в тюрьму, либо еще дальше, так как с точки зрения классовой морали твое добро квалифицируется как уголовное преступление. Попробуй-ка, например, проповедовать в пролетарской республике о классовом мире, и сразу угодишь в подвал. А христианская вера обещает таким проповедникам блаженство богосыновства. Матфея 5.9. Отсюда ясно, что 1, 3 и 4 стихи 13 главы послания к римлянам, а через то и все завещание апостола Павла о власти придержащей, а также и учение апостола Петра о повиновении властям, никак не могут быть отнесены к государству диктатуры пролетариата, потому что оно по существу апостасия, и к нему обычные понятия и нормы добра и зла совершенно неприменимы. А посему и власть пролетариата, оставившего обычные нормы всемирного права, не может быть названа придержащей в отношении к беззаконию. Наоборот, с точки зрения христианского упования, она представляет собою в нравственном отношении начало, развязывающее, ускоряющее появление человека Бога, сына погибели. 1 Фессалоникийцам 2.4. А в отношении христианской нравственности и благочестия начало, удерживающее, в кавычках. Теперь ясно, что митрополит Сергий со своим синодом делает грубую ошибку и обнаруживает непонимание духа и силы Слова Божия, когда при установлении неправильных отношений Церкви Христовой и боговраждебной государственности прибегает к помощи священного текста 13 главы послания к римлянам и неправильным истолкованием его соблазняет малых сих, мало понимающих, но верующих сердцем, чувствующих что-то неладное в Доме Божьем.
То, что в Слове Божьем относится к римскому государству и ко всякому однотипному с ним, митрополит Сергий с синодом отнесли от чрезмерного человекоугодничества к боговраждебному государству в эпоху апостасии и потому оказались слепыми, неправо правящими слово истины. Да истребит Дух Святой срамную сергиевскую экзегетику. Епископское служение в Церкви Христовой после прекращения необычайных харизматических служений апостольского века 1 Коринфянам 12:28 совмещает в себе все служения и в том числе пророческое. Епископ, подобно харизматику пророку, должен править слово истины, должен при благодатном содействии свыше пристально сквозь обступившую Церковь Божию мглу молитвенно всматриваться в историческую обстановку, чтобы, подобно стражу, книга пророка Аввакума 2.1, предупреждать Дом Божий об опасностях, постоянно ему угрожающих, и в знамениях времени слышать новые зовы небесные. Между тем, митрополит Сергий спокойно обвиняет других в непонимании знамений времени, а сам собирается преспокойно, тихо и безмятежно жить по своему благочестию, повинуясь законной власти, в то время как приговором истории по допущению Божию Церковь Христова с презрением выброшена пролетарским государством из недр человеческого общества и теперь оказалась в пустынной обстановке жизни. Пока митрополит Сергий разрешал сложную проблему благоденственного и мирного жития для некоторых представителей церкви в советском государстве, он совершенно упустил из виду, что церковь православная уже 10 лет тому назад ушла, или вернее изгнана из общества. Она перестала существовать как публично-правовой институт. Иерархия церковная лишена всяких гражданских и человеческих прав, ибо рассматривается как паразитическое сословие в государстве, эксплуатирующее темную народную, поддерживающее эксплуататорские классы, одурманивающее народное сознание и препятствующее строительству социализма. Активные и сознательные члены христианских общин из верующих мирян через экономическое и всякое другое воздействие поставлены в тяжелую необходимость оставлять церковь, осужденную на пустынное существование. Дети русского православного духовенства лишены возможности наравне с другими гражданами получать высшее образование. И в этом отношении они оказались даже в худшем положении, чем иудейская молодежь старой царской России. Для членов коммунистической партии и ответственных совработников считается предосудительным не только родство с лицами из православной иерархии, но даже знакомство и всякое общение с ними. И многое другое можно было бы добавить сюда, но и сего довольно. Разве это не жизнь в пустыне? Разве мы не можем вместе с апостолом Павлом сказать: «Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти»? 1 Коринфянам 14:9. Но митрополит Сергий не желает согласиться с определением Божиим и историческим, пытается устроить для себя и единомысленных с ним в пролетарском государстве тихое и безмятежное житие. Если Церковь Божия промыслом вседателя через приговор истории и законодательства пролетарского государства определена на жизнь в пустыне, то до очевидности ясно, что она должна отказаться от всяких попыток легализоваться сверху донизу, ибо всякая такая попытка в эпоху апостасии
неизбежно превращая церковь в блудницу и жалкую прислужницу вавилонского бога отступления. Ближайшее время подтвердит наше убеждение и покажет, что даже теперь уже наступает время, когда для блага церкви придется отказаться от легализации даже общинных церковных организаций и обратиться к доникейским образам церковной жизни, когда христианские общины организовывались и объединялись не административными учреждениями тогдашнего государства, а Духом Святым. Я указываю здесь общее положение, а практика и жизнь, Богу содействующую, найдут соответствующие формы. Обратимся к поучительным примерам церковной истории и остановим свое внимание на эпохе иконоборческих смут. Православная церковь в это время находилась в пустынях, пещерах, гробах святой Мефодий, в темницах, в ссылках, в тяжких работах, а иные оставались и в человеческом обществе, жили как в пустыне среди диких зверей. И такие бедствия для православных продолжались не 10 лет, как сейчас, а 120 лет с небольшими перерывами, благоприятными для православия. А рядом с церковью православную, бедствующую, насаждалась легальным положением и благоденствием церковь-блудница. Простите. А рядом с церковью православную, бедствующую, насаждалась легальным положением еще раз, простите. А рядом с церковью православную, бедствующую, наслаждалась легальным положением и благоденствием церковь-блудница, которая через незаконное повиновение законной власти стяжала себе тихое и безмятежное житие. Живя в людской пустыне, невеста Христова, православная церковь, неизбежно сталкивалась с блудницей, и сколько страданий приняла она за исповедание веры правой. Вспомним имена великих исповедников и страдальцев. Святого Мефодия, впоследствии Константинопольского патриарха, Никифора, исповедника, Стефана Нового, Феофилакта, епископа Никомедийского, преподобного Феофилакта Сергианского, Феодора Студита, Иоанна Дамаскина, Иосифа Песнописца, Феодора и Иоанна Начертаных, Григория Дикополита и тысячи других исповедников в эту эпоху. Вот по каким путям и образцам живет Церковь Христова в эпоху апостасии. Иконоборческая, заблудная церковь пошла на службу царства мира сего, чтобы спасти свое существование и безмятежное житие. Пользуясь легальным положением в государстве, она и соборы устраивала и выносила на них свои догматические определения. Она, вероятно, также имела привилегии и всякого рода побрякушки. Однако истина православия восторжествовала и показала нам урок, каких путей должно избегать. В оправдание заблудной иконоборческой церкви можно сказать хоть то, что она имела обеспеченное государственной властью тихое и безмятежное по внешности житие и привилегированное положение в византийском государстве. А вот какие перспективы открываются для заблудно-червлено-сергиевской церкви в пределах СССР? Разве советская власть после Сергиевской декларации каким-либо государственным актом
отказалась от поставленной себе задачи истребить и выкорчевать всякую религию? Нет. Очевидно, митрополит Сергий наставляет жить по принципу «хоть денек, домой». Православная церковь такими соображениями руководствоваться не может. Митрополит Сергий, конечно, думает, что он спасает русскую церковь и что он делает все это для блага церкви, но церковь Христова спасается не человеческими усилиями, а помощью свыше. И спасает нас грешных, во-вторых же, попытки митрополита Сергия легализовать церковь православную ни к каким благим результатам не приведут. Если внимательно вникнуть в сергиевскую работу и окружающую нас печальную церковно-историческую обстановку, то нельзя не убедиться, что митрополит Сергий спасает не церковь Божию, а тело блудницы и барахло ее, давно судом Божиим и приговором истории обреченное на гибель. В управлении и руководстве Домом Божиим необходимо больше веры в Бога и больше надежды на руководящий жизнью церкви промысел Божий. Поменьше суемудрия, своеволия и своих личных усилий в руководстве церковным кораблем. Побольше внимания к урокам Слова Божия и церковной истории. А наипаче необходима горячая молитва к совершителю Царства Божия, Господу Иисусу Христу. И Господь, несомненно, наставит и укрепит вождей стада Божия, потому что обещал с любящими Его пребывать до скончания века. Яркий пример извращения принципа соборности и господства бюрократизма – это так называемая Сергиевская патриархийная и сомнительного достоинства синод ее. Синод сей получил свое начало при крайне загадочных обстоятельствах. Он воистину в тайне беззакония зачат и во грехах предательства родился. Строить церковную жизнь в данное время на началах старого, синодального, в царское время бюрократизма, крайне опасно и преступно. Если бы митрополит Сергий, вместо того, чтобы управлять сверху, простите, еще раз. Строить церковную жизнь в данное время на началах старого синодального в царское время бюрократизма крайне опасно и преступно. Если бы митрополит Сергий вместо того, чтобы управлять сверху, обратился к соборному церковному разуму, он избежал бы трагедии, которой теперь ему не миновать. Необходимо вовлечь в область церковной жизни многомиллионные массы верующих, а это возможно только через отказ иерархии духовенства от бюрократических привычек управлять Домом Божьим сверху, минуя соборный уклад, существенный признак церкви. Вследствие извращения принципа соборности, народ теперь почти безучастно смотрит на борьбу современных церковных группировок. Многие из верующих стараются уклониться от церковных дел и прений и обычно говорят: «Это дело поповское, попы ссорятся, а наше дело сторона». Нужно показать верующему народу и научить его, что дело церковное. Борьба группировок церковных, хотя и обнаруживается в борьбе клерикальных группировок, но этот спор и затрагиваемые в споре вопросы есть дело общецерковное и общенародное. Церковный народ
И касается оно не только духовенства, но и всего верующего народа, всей церкви, которая есть тело его. Ефесянам 1:23. Бояться вынести на улицу церковную сумятицу не следует. Базарные торговцы на площади Константинополя воевали друг с другом в эпоху жарких армянских споров о единосущии или подобосущие. Дело доходило до рукопашных схваток и настоящих сражений, однако в конечном результате послужило к пользе православия. А апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 11:19, «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Возможно, что вышеизложенное уже потеряло свое значение, и предложенный мною рецепт уже устарел, так как начинающаяся с 1928 года ударная работа пролетарского государства на культурно-просветительском фронте может в ближайшее время поставить православную церковь в доникейские условия жизни. Тогда соборность церкви получит свое оправдание. Архипастыри церкви русской, не прельщайтесь обманчивой идеей легализации церкви в боговраждебном государстве. Да будет декларацией нашей пред внешними, 1 Коринфянам 5:13, внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. И 10 глава Евангелия от Матфея. Вспомним, отцы и братья, слова пастыря начальника Господа Иисуса Христа. Матфея 10:16. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Наше положение, по свидетельству самого Господа, весьма трудное и опасное, и напоминает положение овец, подстерегаемых волками. Нам нужна особая бдительность и мудрость змеиная, но это дар немногих избранников. Нам нужна кротость голубиная, но грехами своими мы погубили ее. Но у всех нас без исключения есть великая надежда. Господь наш пастырь и начальник, Иисус Христос, Ему и предадим души наши. В заключение весьма полезно и назидательно вспомнить слова преподобного отца Феодора Студита, сказанные им однажды патриарху Константинополю Никифору Исповеднику, поборнику православия, в момент острой борьбы церкви с иконоборцем Львом Армянином. «Отче, не скорби, — говорил ему он, — верую, что Господь не оставит нас. Он не попустит, отче, не скорби, — говорил ему он, — отче, не скорби, — говорил ему он, — верую, что Господь не оставит нас. Он не попустит испытания выше нашей силы и не даст злу возобладать нами. Если враг и воздвигнет гонение на церковь, то в непродолжительном времени скорбь обратится на его же голову. Ты знаешь слово Господне, Матфея 18:7, горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Сколько ересей со времен святых апостолов и до настоящих дней воздвигали развращенные умом люди на церковь, сколько страданий потерпели от них бывшие раньше нас святые отцы. Но церковь осталась непреоборимою, пострадавшие светло прославлены и увенчаны, а еретики и насильники восприняли по делам своим. 11 ноября. Книга
пророка Иезекииля 20:32. «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню». Пророк Даниил 3:18. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Евреям 12:28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Ресурс исчерпан, скважина и шахта, лесной массив и море-океан когда-то выдохнутся, нам запоздало ахать, что так внезапно опустел карман. И это кончится, и это опустеет, всему конец, кончина эпикриз, надуманным и призрачным затеям когда-то разлететься нужно вдрызг. Не могут Атлантиды след найти, от Вавилонской башни нет примет. Исчезнет шумом власть, где алка никотин, и в озере кипащем сгинет ужас смерть. Все временно. Сойдет любая власть, на нет без признаков большого сожаления, засыплет города культурный пласт и перемелет время лучший мельник. Чернее красок выдумать нельзя, настолько пессимизм живучий въедлив, повымерли мудрейшие князья, за нами та же часть не замедлит. Узнал про мир невидимый и вечный, где не грозит конец по существованию. Он, где не грозит конец его существованию, он не нуждается в продлении аптечном. Поверь, и вечность нынче же, вечность ныне же настанет. Поверь, что истина распята и воскресла, и Агнец Божий грех твой уничтожил. Восстань, отвергнув телевизор с креслом, взгляни на прошлое свое как можно строже. Что пользы по собачьи околеть и после смерти в муку провалиться? Мы избраны, как будто дан билет, и лично к нам апостольские письма. Мы примирились с Богом во Христе, на бесконечность выправили паспорт. Я человек, не на хвосте репей, круглогодично ощущаю Пасху. 26 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин.